Здравствуйте, в эфире рекламный телегид «Цена вопроса». Сегодня мы расскажем вам, как завершилась увлекательная акция салона «Все для музыкантов» и кому из его посетителей улыбнулась-таки удача. Подробности в нашем сюжете. 1 ноября салон «Все для музыкантов» объявил о начале потрясающей акции для всех, у кого в душе живет музыка. Принять участие в акции и получить шанс выиграть настоящий рояль мог каждый, совершив покупку на сумму не менее 10 тысяч рублей и выслав фотографию на тему «Как я хочу рояль». 13 января акция завершилась грандиозным праздником, наполненным музыкой и массой позитива. Все участники акции зарядились отличным настроением и получили памятные подарки от салона «Все для музыкантов». У вас очень забавные фотографии были. Поэтому... Вы не должны быть в этом году такой же забавный. И, конечно же, самым волнительным и интригующим моментом стало объявление победителя. Сафиуллин Рустем Фандасович, ваши аплодисменты, мы вас приглашаем. Именно его фотографии, по мнению независимого жюри, более других были наполнены теплотой и творческой изюминкой. Конкурс мне показался интересным. Ну, во-первых, потому что здесь работают творческие люди, и атмосфера в самом магазине достаточно творческая. Для себя я это просто воспринял как некоторый вызов. То есть смогу ли я что-нибудь такое творческое сотворить? Но это еще не все. В тот вечер салон «Все для музыкантов» подарил сразу два рояля. Ведь подобная акция проходила еще и между организациями. Победителем становилась та, что совершила покупку на большую сумму. Итак, второй рояль получил районный дом культуры города Рыбная Слобода, представители которого приехать не смогли и узнали обо всем по телефону. Мы вас от всей души поздравляем. Давайте поаплодируем Рыбнослободской детской школе искусств. Салон «Все для музыкантов» раскрасит серые будни в мелодичную гамму. Приходите, здесь есть все для вашего таланта. Все на сегодня. Хорошего вам настроения и пока.